В Самару съехались ведущие российские ученые и специалисты в области медицины на 8-й региональный научный форум «Дитя и мама». В течение 3 дней участники обсудят актуальные вопросы в сфере охраны здоровья матери и ребенка, повышения рождаемости и укрепления репродуктивного здоровья семьи. Кроме того, врачи поделятся идеями о том, как улучшить работу службы родовспоможения. Служба работает достаточно стабильно. Мы имеем одни из самых низких показателей младенческой смертности и материнской смертности в Российской Федерации и в Приволжском федеральном округе. На семинары и симпозиумы пришли самарские акушеры, гинекологи, неонатологи, педиатры. По словам специалистов, тема репродуктивного здоровья сейчас стала ключевой для жителей губернии. И женщины стали относиться к своему организму более ответственно. Более ответственно к подходу планирования беременности, что это очень радует, потому что отмечается и рост беременных, и такие, которые приходят уже, так сказать, не случайно, то есть имеют возможность как-то повлиять на течение беременности с ранних сроков, потому что это планирование. Как говорят участники, с каждым годом программа форума становится все содержательнее. Многие инновации и методики ведущих клиник страны берут на вооружение в самарской медицине. Светлана Гордеева, Андрей Семочкин, специально для 63.ру.